Всем привет! Рад видеть вас на канале Миниатюры и Диорамы. Сегодня мы с вами поговорим о моем выигрыше. Данный набор я выиграл в группе «Моделизм как хобби». И хочу выразить, можно сказать, свою благодарность. Это никак не реклама, ничуть. Мы никак не сотрудничаем. Видео по проведению розыгрыша есть. То есть это никакая не накрутка и прочее. Это чистая случайность, потому что я, в принципе, в данных розыгрышах участвую очень редко, потому что мне в них очень сильно не везет. Я участвовал в других группах, участвовал у Тимофея, у администратора данной группы. И что могу сказать, что вот за, ну, может, 5 раз, я не знаю, сколько раз я участвовал, вот единожды мне повезло, и то я решился в самый последний момент. Если вдруг кто-то захочет поучаствовать в подобных акциях, проходят они ежедневно и бывает даже в день по несколько раз, заходите в группу, ссылку я оставлю внизу в описании. Также я оставлю ссылку на группу Павла, человека, который мне выслал данный набор. Он занимается доставкой наборов от производителя непосредственно, то есть цены там гораздо ниже розничных, которые находятся в самых известных магазинах, я не буду сейчас их называть. Вот, группа называется «Моделизмус», ссылка тоже будет внизу в описании, так что можете заходить к Тимофею в группу, участвовать в данных акциях. Но сразу могу сказать, что участники набираются очень быстро, поэтому нужно постоянно мониторить стену, так как можно пропустить что-то для себя необходимое. А у Павла можно данные модели просто купить, причем купить гораздо дешевле, чем в других каких-то магазинах, именно крупных магазинах. Потому что я не знаю, есть ли еще группы, которые работают вот непосредственно вот так, и где можно Dragon там найти за 2000. Того же Трубача можно найти подешевле. Ну вот, в сравнении с Карлом, что могу сказать? Вот Карл в крупном магазине стоит, по-моему, 6900 рублей. У Павла он стоит там 5500 или 5600. Я не буду врать, я не могу этого сказать. Но я точно не могу сказать. Просто я смотрел, мне попался на глаза, так как и был пост о поступлении, там, о продаже. Подытожим, что я... В принципе, подытожим перед обзором, что я хотел вам сказать, то что можете также участвовать, как и я, и побеждать. Или не побеждать, но расстраиваться не стоит, потому что не такие большие деньги теряются. Но это гораздо лучше, чем участвовать в конкурсах репостов с количеством репостов там от 500 и более. А здесь от 10 до 20 участников со взносом определенным. Так что заходите, участвуйте. И может быть вам повезет так же, как и мне. А сейчас мы перейдем непосредственно к обзору. Приятного просмотра. И сегодня мы с вами поговорим о самоходном орудии Мортире Карл. Я не знаю, в принципе, как еще вам показать, потому что это не влазит в объектив полностью, коробка. Но что я могу показать, что вот приятный очень бокс-арт, довольно-таки красивый. Модель не свежая, то есть модель не новая, но в то же время она настолько оригинальная, не попсовая, что... Я думаю, вам приятно будет посмотреть, да и мне тоже, как это будет выглядеть. Коробка. На коробке у нас указаны, в принципе, основные характеристики, что здесь есть плата фототравления, здесь есть 1361 деталь. В комплекте, помимо самого орудия, идут у нас платформы железнодорожные. Я не знаю, буду ли я их использовать. То есть это пока в голове у меня... И что в полном сборе у нас модель будет длиной 84 сантиметра указано. Посмотрим на боковые грани. Здесь у нас указано
как это будет выглядеть в собранном виде, если делать именно передвижную, такую вот, как транспортировочную версию. Но я хочу делать именно версию, где Карл будет стоять на гусеницах. Дата изготовления вот написана. Июль 2016 года, если кому-то интересно будет. Вот. Вот она. Дата изготовления июль 2016 года. На ванне корпуса будет указано, что сама ванна корпуса, то есть сама отливка 2004 года, по-моему. Что, в принципе, довольно-таки свежо. Вот здесь у нас представлены как раз железнодорожные платформы, которые его будут транспортировать. Можно сделать подобным образом, можно их сделать раздельно. Посмотрим, как мы будем делать. Представлены две платы фототравления. Кстати, травление покажу, довольно-таки толстое такое, приличное. Здесь абсолютно нет какой-то полезной информации. По бокам у нас тоже ничего интересного. Давайте заглянем внутрь сейчас, посмотрим, чем у нас представлена вообще данная вещь, данное орудие, потому что очень интересно будет посмотреть. Вам, я думаю, я тоже посмотрел, понятно, что ознакомился немного. Упаковано довольно-таки хорошо, коробка плотная. Итак, внутри у нас есть куча литников, то есть я не вижу смысла их на данный момент распаковывать, потому что я не знаю, когда я начну это собирать, пока очень много других проектов, которые надо закончить. Ну, что могу сказать, что вот такое количество литников присутствует. И я так беглым взглядом пробежал по всем этим вещам, и могу сказать одно, что качество отливки на очень высоком уровне, потому что я нигде не заметил следов утяжин каких-то, облоя даже. На мельчайших деталях облоя я не вижу. Это говорит о том, что формы довольно-таки свежие и практически не износились. Вот, можете посмотреть, что вообще не представлено каких-либо тут дефектов. Даже мельчайшие детали отлиты очень-очень качественно. Очень-очень много литников в ходовой части именно. Вот они. То есть это, как я понимаю, ходовая часть самого Карла. Очень много мелких деталей. Это просто безумие какое-то. Смотрите, как выглядят мельчайшие детали. То есть качество бесподобное, чем-то напоминает Dragon, который я собирал до этого. То есть даже шестерни отлиты довольно-таки качественно. Сейчас мы посмотрим. Вот, это железнодорожные платформы, как раз верхний, транспортировочный. Также представлены в коробке, в большой, несколько маленьких коробок с особо нежными деталями, можно так выразиться. И посмотрим сейчас, что у нас представлено в них. Потом вернемся к основной коробке. Итак, открываем нашу коробочку. Здесь у нас представлена ванна корпуса. То есть это непосредственно ванна корпуса самого орудия. Можно посмотреть даже, в принципе, длину. И длина у нас будет составлять 30 с небольшим сантиметров именно ванна корпуса. Подобным образом будет стыковаться. Я думаю, не будет проблем со стыковкой, но мы об этом еще поговорим позже, когда будет непосредственно сделано видео сборки
толкатели все внутри, не знаю, возможно, надо будет здесь все это стачивающе поклевать. Просто я не знаю, будет ли это видно при сборке, или это будет полностью закрыто чем-нибудь, какими-нибудь бортовыми экранами, еще чем-то. Я просто не сталкивался с этим орудием никогда. Смотрим дальше. Есть у нас еще одна коробочка. Но на этой коробке уже ясно нарисовано, что у нас здесь две платы фототравления. Верхняя часть корпуса. Но верхнюю часть корпуса я отсюда переложил к нижней части корпуса, поэтому они и были в той коробочке. А в эту коробочку я закинул. У нас есть виниловые траки. Кстати, винил довольно-таки хороший, я так к нему присмотрелся. В отличие от винила от фирмы «Звезда», который идет в ранних наборах, этот винил, он очень далеко ушел по качеству и очень приятен. Я не знаю, сколько бы стоил фриул на Карл, но я думаю, фриул вышел бы, наверное, по цене самой модели, так как... Длина трака очень, ну, длина очень большая самих гусениц. Я не знаю, какое количество траков здесь используется, но я думаю, если бы был фриул, он стоил бы, наверное, в районе 2500-3000. Немного есть изгиб, но я думаю, это все выровняется, с этим проблем не будет. Поправим как-нибудь. Также в этой коробочке представлены у нас пружинки на рабочую ходовую, как я понимаю, и втулки. Декаль представлена на два варианта, Ева и Адам, от фирмы Картограф. В принципе, декаль очень приятная. Сейчас посмотрим, насколько она толстая. Закрыто, как видите, все аккуратно. Декаль неплохо изготовлена. Я просто понимаю, что вы ничего не увидите сейчас в этой декале. Что вы увидите только вот совсем немного. Но декаль хорошего качества. По толщине схоже где-то с декалями от Dragon. Не могу сказать, что прям они толстенные. Две платы фототравления с картоновой проставкой. Фототравление очень сильно напоминает, опять же, Dragon-овское травление. То есть очень толстое такое, массивное. Не как было у меня травление от Эдуарда, которая как жестянка, настолько легко гнется, и я не знаю, мне очень не понравилось с этим работать. Причем плат травления разных цветов, я не знаю, с чем это связано, но толщина у них одинаковая, что одно травление довольно-таки толстое, что второе. Смотрим следующую коробочку. В следующей коробке у нас непосредственно представлено основание под все эти прелести. Вот. Такие вот вещи. Это непосредственно основание под железнодорожную платформу. То есть не знаю какой длины. Не знаю, думаю, стоит достать, наверное. Прикинуть. Неплохая имитация камня, довольно-таки приятная, но все равно вы понимаете, что это все надо будет дорабатывать, если оставлять на железнодорожных путях. Соединяется все с помощью подобных вещей, подобным образом.
все это будет склеиваться, понятно же. Не знаю, насколько качественно все это будет собираться. Это нужно сейчас прикидывать, попадать все это. Ну, 100% уверен, что надо будет шпаклевать. Потому что без шпаклевки вряд ли тут обойдется. Так как пластик есть пластик. Итак. Ну вот. Первую половину у нас ушло, в принципе, практически весь коврик. Вот, наверное, вот это вот железнодорожное полотно, подставка, она и будет в длину у нас 84 сантиметра. Потому что у нас сейчас занято 60 и осталось 3 части внутри. И на эту вещь, на это основание, идут вот такие вот продолжение железнодорожное, то есть это непосредственно шпалы. Единственное, что мне не понравилось в шпалах, это деформация литника. Но я думаю, здесь это не принципиально. Единственное, только вот у этих частей. Но я думаю, клеем это все будет прижиматься с легкостью. Упаковано все приятно, проложено специальной мягкой тканью. Такой вот пропролоненный. Так что будем с этим работать. Думаю, будем использовать подобные вещи, так как очень интересно все это выглядит. Пока, правда, не определился, как это вообще будет выглядеть таким образом. Но очень интересно. Думаю, что это будет диорама. Осталось найти только, где ее хранить. Итак, продолжаем мы обзор наших литников. Это вот вторая пачка, которая там была. Здесь продолжение железнодорожных платформ идут. И непосредственно вот части орудия и снаряды. Исходя из того, что орудие можно собрать в нескольких вариантах, посмотрим сейчас это в инструкции, что есть варианты ствола транспортировочные и боевые. То есть в двух вариантах. Также есть снаряды, но не знаю, правда, как это будет стыковаться, потому что, ну, ствол, как видите, он разъемный. Придется с этим немножечко попотеть. Здесь тоже, как видите, есть деформация литника небольшая. Но при таком размере детали, я думаю, будет не проблема это все выпрямить и как-то подтянуть. Что-то там у нас болтается, то есть какая-то деталь отделилась от литника или просто небольшой кусочек пластика. Нет, это небольшие кусочки пластика, которые остались от разъемной формы. Качество пластика, как я уже сказал, на высоте. Самое интересное, наша инструкция. Инструкция представлена такой вот книженцей на 44 странички. И что тут у нас есть интересного? Все литники пронумерованы, то есть указано все самое необходимое у нас. Здесь как собирается сама платформа. Быстренько бегло пробежимся. Ходовая часть, по идее, ничего абсолютно сложного нет, довольно таки информативная. Не Восточный экспресс. У Восточного экспресса, наверное, это было представлено одним листом, а два на развороте. Здесь пока идет непосредственно сборка железнодорожных платформ в первую очередь. Потом уже у нас начинается сборка самого орудия. Очень информативно все, очень интересно.
Единственное, я не знаю, где сейчас мы найдем с вами, где у нас идет непосредственно вот сборка орудия. Не вижу пока вариантов. Тут у нас стоят звездочки. То есть существует Адам и Ева. Видимо, с этим и связано. То есть это не походное и боевое положение, а именно два разных орудия. У них стояли разные калибры. Ну да, 600 миллиметров и 540 миллиметров. И мы уже с вами сами выбираем, что мы хотим видеть. Надо будет поднять исторические справки, архивы и посмотреть, может быть, есть какие-то фотографии очень интересные с данной мортирой. Если вдруг у вас есть какие-то фото или видео из военных хроник, пришлите, пожалуйста, в группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании на мою группу. И будем разбирать эти военные хроники, смотреть, что же там есть интересного. Вот, но самое интересное, наверное. Куча мелких деталей, мельчайших просто. Будет, наверное, сложно все это красить, так как настолько все мелко скомпоновано, плотно, что надо будет как-то ухитряться. И вот уже вариант в собранном виде. Как это у нас будет выглядеть, именно если делать это с железнодорожными платформами и орудие находится в транспортировочном виде. И подобным образом, если орудие у нас находится вне железнодорожной платформы. Мини-чертежик представлен. То есть есть Адам и Ева, то есть мы выбираем сами, что нам необходимо. И вот они, небольшая разница в нанесении декалей. Единственное, я одного не заметил. Возможно, я сейчас, конечно, найду это. Я не нашел инструкции по нанесению декалей. Возможно, я пропустил. Но декаль представлена довольно-таки обширной такой вещью. А здесь лишь я нашел указания по поводу того, куда размещать основные декали Адам и Ева. Но там еще очень много технических обозначений всевозможных. И я не вижу инструкции по нанесению. Хорошо, цифры есть. То есть единичка, двойка. Но здесь еще много всевозможных обозначений, которых я в инструкции не увидел. Может быть, я, конечно, позже найду это. Но пока я этого не вижу. Это очень странно, конечно. Ну ладно. Может быть, я не туда смотрю. И финальные у нас рисунки, которые показывают два варианта сборки, то есть где оружие у нас находится вне железнодорожной вне железнодорожной платформы. И, кстати, вот здесь я вижу нанесение декалей. Они почему-то перенесли это вот сюда и сюда. Все декали у нас идут на железнодорожные платформы. Видимо, они поэтому сюда это и спрятали.
Всем, кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх. Всем пока!